Короче, что ты думаешь об этой стране? Довольно приятно. Нет, на местного бомжа больше я пошел. Я ему хай, ему похуй. Сейчас купим. Блять, наверное, камера это... Ну еще. А тогда звука вообще не будет никакого. Смотри, бомж идет. Мясо мне возьми. Да ладно. Мясо хочу. Ты возьми его. Вот, в общем, Кристина угорает по органической еде. Это то же самое, как обычная еда, только дороже. Сейчас пример покажу. Органикуня. И органикуня. Просто цена в два раза больше, и все. Солнышко, ты остановишься уже, а? Что это такое? Хочу салат, перчик. Обратите внимание, перчик органик 5 баксов. Перчик обычный 4 бакса. Конечно, достанем. Здесь желтый. Есть желтый и желтый. Все, только желтый. Возьми вот неорганический, нормальный, вкусный, красный. Ладно, дешевле. Возьми тогда желтый. Есть помидоры. Сектант мой. Да-да-да. Нужна мне клубника, орешки, и соус сладкий, лично сладкий. Клубничку, берем клубничку органическую. Я поищу орешки. Органик, пинепл, спаржа. Спаржа, пинепл, да. На. Сейчас тебе друг. Санкционные продукты. О.